Ну что ж, день-два рыбалки. Немножко тот же пруд, немножко другое место. То место было занято сегодня. Сегодня будет такое место попросторнее. Карасик на дальнюю удочку попался, уже чуть покрупнее. О, какой плывет, малыш. О, кря-кря. Так, это у нас что такое? Не маленький. Вот этот карасишка уже какой здоровый попался, такой кабанчик. Так, вот такая вот у нас адская туча. Сейчас, наверное, уже такой маленький дождик пошел. Такое сегодня небо. Вчера, конечно, погода была лучше. Сегодня ветер, и дождик уже пошел. Карась при этом клюет, что, возможно, сейчас придется прятаться. Загремел гром. Что снимать, грозу или рыбалку? Вот в чем вопрос. Так, у меня, по-моему, клюет удочка. Ну да, похоже. О, карась попался. В грозу ловля карася называется. Такой крупненький, кстати. Хорошенький. Вот так вот, блин. Светит солнце, валит дождь. Небо вон голубое. Попробуем еще половить. Сейчас, по идее, закончится. Тучка прошла. Там даже пару раз громыхнуло. Потом сделаю отдельный выпуск про грозу. Такой на природе. Дождь валит. Все никак не прекратится. Так, хорошенький. О, какой кабанчик попался на дальнюю удочку, крупненький, в грозу. Так, сейчас я даже покажу, вот так вот, вот чтобы был понятный размер. Карасик теперь у берега попался. Маленький сорвался. Опять сорвался. Так, ну все, будем собираться. Уже поднялся ветер, большая туча идет. Сейчас будет большой дождь. Сегодня, в принципе, результат хороший такой. Вон тоже в ведре много карасей. Сегодня караси ловились даже покрупнее, чем вчера. Такая вот сегодня была рыбалка в грозу. Может быть, сегодня попозже будет гроза, посмотрим, тоже поснимаю. А сейчас все, выдвигаемся домой.